Всем привет! И сегодня будет мини-обзор на увлажняющий популярный бальзам для губ Carmex, только на этот раз с клубникой. У меня есть видео, одно из более просматриваемых на канале, можете его посмотреть, я оставлю, про Carmex с вишней. А на этот раз я заказала клубнику. В тот раз я заказывала с сайта makeup.ua, а в этот раз заказала на Розетке. И со скидкой он не обошелся, 56 гривен. Так, тут написано: бальзам для губ увлажняющий с ароматом клубники, 10 грамм. Все остальное на английском, так как это американский бальзам для губ. С SPF 15, кстати. Сейчас распакую, понюхаю, покажу, какой он консистенции и вообще какой он. Вот я уже его открыла. Такой же тюбик, как у меня и был. Просто одно отличие, что здесь клубника теперь, а не вишня. Не хочет фокусироваться. Не хочет. Вот сейчас его открутим. А, не хочет откручивать. Крепко был прикручен, еле открутила. Так. Консистенция, как всегда, такая белая, прозрачная. Запах приятный. Буду пользоваться, думаю, мне понравится, так как мне вишневый очень понравился, и мне его очень надолго хватило. Где-то, не помню, когда я заказала, посмотрите на моем видео, но вроде бы в марте, и хватило мне его... Ну, до конца 2020 года. То есть надолго его хватает, такого тюбика. И мне он нравится, хорошо увлажняет губы, если они потрескались, и вообще не сушит. Даже как блеск выглядит на губах. Так что рекомендую заказать, попробовать, кто еще не пользовался этим легендарным бальзамчиком популярным. Всем советую. Все, это был весь обзор. Кому понравилось видео, ставьте лайк, пишите свой комментарий, пользовались вы таким бальзамом. И спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал. Всем до новых видео. Как всегда, по скриптам хотела рассказать, что я попробовала его нанести на губы. И есть отличие между вишневым. Это первое, что чувствуется, что он не щипит губы, а вишневый щипал. И казалось, что они более такие, ну, покалывания, более распухают, как бы, а этот вообще не колется. Я поняла, почему, потому что в составе нет ментола, а в вишневом он был. Поэтому, кому как больше нравится, кто как любит, покалывало губы или нет. Смотрите, выбирайте. Все, спасибо.